текущему ремонту в дошкольных образовательных учреждениях коммунальщики приступили в сентябре. Многие помещения в детских садах нуждались в ремонте. Согласно ранее составленному плану, сотрудники ремонтно-строительного управления городской администрации за короткий период провели масштабную работу. Мы поменяли обои в некоторых помещениях, выровняли стены и уложили ламинат. Особое внимание во всех детских садах уделили сантехнике и ремонту игровых комнат. В течение 2 месяцев ремонтно-строительное управление охватило практически все детские сады. Чтобы завершить ремонт в намеченный срок, работы выполняли сразу несколько бригад строителей. Кроме того, в 2 детских садах строители выполнили работы для соблюдения требований противопожарной безопасности. Работы во всех детских садах практически завершены. Некоторые виды работ еще выполняются в 3-м, 5-м, 13-м и 14-м ДОУ. Кроме того, в 2 детских садах мы сделали пожарные выходы. Ранее они не были предусмотрены в зданиях, но теперь там по 2 запасных выхода. Из 18 дошкольных образовательных учреждений косметический ремонт уже проведен в 14. К концу месяца плановый ремонт завершится во всех учреждениях. Роза Тедеева, Зарима Арсоева, информационный выпуск сегодня.